за бортом 0 градусов. В машине все хорошо, 24 тепло. Славный город Семипалатинск, который известен на весь мир, ну, по-разному известен. И здесь у нас звучат гармошки. Пойдемте посмотрим, как нас встречает недалеко от поселка Беген. Вот так. Пойдемте. Встречает вот такая дружная команда бабушек наших, ажилеров, которые проводят все необходимые обряды по встрече гостей. По нахарку в город нам, естественно, полагается шашу, ну, как бы по традициям полагается, конечно. Но самое главное, хотелось бы отметить, что преемственность поколений, вот что главное, ребята. Мудрее этих женщин, которые воспитали не одно поколение казахстанцев, наверное, нет никого. Им почесть и хвала. И спасибо огромное. Кофра Ахмед. Әрбір өңірінде өндірісті орындарда да болып жүрміз. Әсіресе көлік саласындағы өнімдерді танысып, Қостанайда Агромаш Холдинг акционер қоғамында Саньонг Тойота маркалы автокөліктермен таныссақ, енді Семей қаласындағы Семаз зауытында ауыр жүк көліктері, адам таситын автобустар, КамАЗ, Урал сияқты көліктердің құрастырылуымен таныссақ. Приехали в эту деревню города Усть-Кемена. Здесь площадь более 120 гектаров, большая территория. Здесь действует несколько павильонов. В общем, если говорить коротко, то это на этой территории собраны все прелести Восточного Казахстана. Ежегодно летом вот Жасыл Ель у нас работают студенты, да, вот на летом работают озеленителями, садовниками. Но это временная работа, да, сезонная. Пришли 1 сентября, уволились, пошли на занятия. Мы с батыстан шығысқа жетті, яғни Каспий мен Алтайдың арасын жалғадық. Қазір Өскемен қаласында тарихи көрікті орнынан аралап жүрміз. Бұл
Улы Отан соғысының құрбандарына, ардагерлеріне арналған мәңгілік алау ескерткіші. И другими ведущими предприятиями Казахстана. После окончания вуза у выпускников нашего университета не возникает никаких трудностей с трудоустройством, поскольку технические специальности на сегодняшний момент являются да, барлык мүмкіндік жасалған бүгінгі күні. Жастар үшіндегі комитетке тиесілі жастар саясаты мәселелері басқармасы өз жұмысын жалғастыруда. Соның негізінде Өскемен қаласында жастардың бірінші экологиялық қалашығы бой көтергелі отыр. Бұл барша Қазақстандағы тұңғыш жоба, барша қазақстандық жастарды бір арнаға тобыстыратын негізгі орталықтардың бірі олады деп сенемін.